Глядите, какая красота. Правда, блин, мне совсем не нравится красота, которая под ногами. Это почва такая, как будто бы пружинит. Это я перешла на другую сторону, как бы в лес. У меня тут были две сопроводительные собаки, но они куда-то делись. Мокро. Мне это не нравится. О, твою мать. Это была, наверное, ящерица, но она меня напугала. А может, не ящерица? Я не уверена. Смотрите, чего вокруг. На-на-на-на-на-на-на. Если быстро провертела, уж простите. Где делись мои собаки сопроводительные? У меня их две было, ни одной не осталось. Ну, какое же отвратительное вот это вот... Вот смотрите, как мокро. Вы не поверите, но мне сейчас пришло какое-то оповещение. 3 непрочитанных сообщения от Ксюни. Ну, не хватало. На смс-ки смотри. Ладно, пошли. Или не пошли. Где мои собаки? Рванули, как не знаю кто. Ага, ну так себе. Главное не провалиться. А так, собственно, ничего. И сейчас они будут нестись, так как они унеслись. Они меня, ой, вы как испугают. Блин, все больше и больше воды в ямках, в следах. Так, я отключусь, попытаюсь пройти. Если пройду, включусь. Не пошла я туда. Потому что с каждым шагом все больше и больше воды скапливалось под стопой. И меня это вообще ничуть не устроило. Хотя, если тропинка-то есть, по идее, ну, ходят по ней. Но я побоялась. Меня вода как-то смущает. Глядите, чего я вам покажу. Вот оттуда я пришла. Вот там вот. Ну, тропинка, люди ходят. Может быть и можно. Ну и что, типа вода и все. Тропинка есть, люди ходят. Ну, капелька. Ну, дождю тут просто негде быть. Солнце. Ну, почти солнце. Красиво. Мне сейчас еще что-то непонятное. То ли ящерица, то ли змейка из-под ног выскочила. Тремновато. Назовите меня трусихой, но мне стрёмно. У меня открытые ноги, не хочу, чтобы меня укусили. Потому что змеи тут 100 пудов есть. А там телята были. Это так круто. А? Ну скажите, разве не чудо? Я перейду на ту сторону.
там, где... где ванная с лосями. Ну, в общем, кто видел, тот поймет. Слушайте, а тут вообще, ну картинка, ну просто, смотрите вот за мной. Хоть рисуй. Помните, и часовню тоже я. У меня ужин созревает. Яйца, ну это нам на двоих с жуком, потому что их сегодня надо доесть. Вот, потом эти снаксы, ну, зеленушка, селера, редисочка, яблочко, сырочек. Ну, собственно, ну да, капуста. Капуста, как же без капусты-то? Вот, и пока я готовила, короче, выхожу, а у меня тут тучка. Сейчас покажу. Кстати, это не натурально, это просто бутылка из-под Березовской. Вот, а здесь местная вода, она очень вкусная, мне очень нравится. Глядите, какая тученция знатная. Она реально черная. И, кстати, там где-то еще, не знаю, будет видно, нет, облако в облаке. Тучка в тучке. Но она, собственно, здесь заканчивается, эта тучка. Но она меня из леса шуганула. Сдрейфила и вернулась. Пойдемте жрать. А мы уже все жданыки поели. Привет! 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 У меня рука занята. Иди гладиться! Иди гладиться! Ты меня нашла? Ты меня нашла? Вот эта собака, серенькая, это девочка, Пушишка, или как там ее зовут. Это ж надо, она за мной пришла с другого конца поселка. И она отстала. Вот, да, жук. Жук вообще не рад этой конкурентке. Вот, но она такая дружелюбная, она его в морду лижет. Он ее так наклоняется к ней, она такая, я всех люблю, и тебя тоже люблю. Вот, я сейчас дала по... Вот мы доели. Сейчас покажу. Вафельки. Конечно, не самая лучшая пища для собак. Но я не думаю, что их каждый день шоколадными вафлями кормят. О, видите, какая дружелюбная. Да это ж надо. А я слышу шорох такой за забором. Ломаются ветки, кто-то шорхается. То есть она проскочила ворота, а потом начала, поняла, что запаха дальше она не видит на дороге. Вот, и пошла в обход нюхать. Она вот это из-под забора выскочила. Вот. Но она домашняя. Она домашняя. Вот. Но она была такая голодная, что у меня вообще возникло подозрение, кормили ли ее. Кстати, это девочка, и она щенная. То есть либо у нее есть щенки, либо у нее были щенки. Ну, короче, она рожавшая, у нее соски оттянутые. Да, красавица? Такого волчьего окраса. Я знаю, что ее зовут Пуша, потому что дети ее звали. Да, жук вообще не рад конкурентке. Скажет, приволоклась. Мне жратвы больше бы досталось. Красивый такой пес, мощный, такой мужественный. Она именно девочка. Такая веселая, заводная. Кстати, она маленькая девочка, то есть ей еще и года нет. Вот к нам еще Яша пришел. Смотрите, какая у меня веселая компания вообще. А теперь посмотрите на это небо сзади меня. Не, оно не западло. Чистота, красота, где же грёбаные тучки, которые меня напугали и загнали домой?